2021 год мы по праву можем считать самым успешным за всю историю нашего края. Еще в 2020 году по инвестициям Красноярский край вошел в пятерку российских лидеров. Сложившаяся тенденция позволяла краю, я подчеркиваю, позволяла, и хочу подчеркнуть, надеюсь, позволит рассчитывать на получение в ближайшую трехлетку доходов в размере не менее 1 триллиона рублей. Вдумайтесь в эту цифру. 1 триллион рублей за 3 года. Реализация КИП «Енисейская Сибирь» ставит Красноярский край вместе с нашими соседями, я имею в виду Хакасию и Тыву, в один ряд с 15 наиболее активно развивающимися территориями мира – Китай, Индия, Канада и ряд других стран. Об этом свидетельствует бюджет, который мы приняли на текущий год. Он является по-настоящему рекордным. Свыше 330 миллиардов рублей. Главный урок периода пандемии заключается в следующем. Даже из самых сложных ситуаций можно найти выход. Предусматривается дополнительно выделить 6,4 миллиарда рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. В том числе приобрести 600 единиц транспорта. Такого никогда не было. Говоря о социальной поддержке, я хотел бы подчеркнуть необходимость особого внимания к участникам специальной операции на Украине, их семьям, беженцам, прибывающим на территорию края. За минувшее десятилетие численность жителей края увеличилась на 5%. Красноярский край сохранил топовые позиции по размеру валового регионального продукта, 6-е место в России. В сфере жилищного строительства внешние дела обстоят относительно благополучно. За 2021 год введено 1 миллион 346 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов. Идея о новом центре краевой столицы обязана оставаться в нашей повестке дня. С этого года у нас возобновилось производство известного в прошлом киноальманаха «Енисейский меридиан». А в нынешнем летом должны начаться съемки игрового кино, сериала о золотой лихорадке с рабочим названием «Яр», показ которого планируется на одном из центральных телевизионных каналов. Именно Красноярск избран местом проведения запланированных на апрель общероссийских дельфийских игр, в которых примут участие более 2500 молодых исполнителей со всей страны. В своем будущем, каким бы сложным оно ни было, мы можем быть уверены. Спасибо. Летим в Москву выступать в Кремле. 15 лет назад мой коллектив уже работал на этой сцене. То поколение. Мне будет очень приятно продолжить. Проснулся я сегодня, наверное, где-то около 6 утра, это было с мыслями, не знаю. Главная мысль была о том, не забыл ли я что-нибудь, может быть, сапоги, там, расческу, какие-то еще элементы. И вот до сих пор, наверное, есть какое-то такое переживание, что ты вот что-то забыл, и постоянно рюкзак открываешь, закрываешь, смотришь. Сказать, что я танцую в таком ансамбле. Шикарно. Каждый приезд в Москву, он особенный, он разный. И он по-своему запоминается. А именно этот приезд, да, он особен не вдвойне, потому что это выступление на главной сцене страны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, тара-тара-там. Ем. Ем. Здесь день 13.
чуть шире, чуть шире, чуть шире, да. Так, пожалуйста, выход гармошек. Мужчины, выходим, десятка. Легкость, она же ведь только снаружи, внутри-то она все равно тяжело. Поэтому и главное, наверное, вот именно что тяжело артисту, это показать, что тебе легко. Люди смотрят иногда с зрительного зала, так же, как ты на других артистов смотришь, и кажется, что это легко. На самом деле это прям тяжкий-тяжкий труд. Пожалуй, один раз в жизни выпадает удача выступать на этой сцене. Я прежде всего обращаюсь к ансамблю, и, конечно же, к оркестру тоже. С хорошим настроением. Спасибо. С хоровода нужно уйти очень быстро. Так, десятка вышла вперед, пожалуйста. В этом году Красноярский край отмечает масштабное историческое событие – 200-летие создания образования Енисейской губернии. Именно этой дате посвящен наш сегодняшний концерт в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Для этого концерта мы выбрали два прославленных коллектива края. Красноярский государственный ансамбль танца Сибири имени Михаила Гаденко и Красноярский русский филармонический оркестр. Дело в том, что именно Михаил Гаденко, как хореограф, смог лучше всех создать идеальное представление о Сибири в танце. Для нас такое событие, волнительное событие. Но еще раз повторюсь, мы приехали не завоевывать вас, мы приехали дарить людям эмоции, дарить талант, дарить настроение, и чтобы все ушли сегодня с концерта с прекрасным настроением, с нашими сибирскими эмоциями. Время танца я себе не принадлежу. Я нахожусь где-то на невесомом пространстве. Но это непередаваемое ощущение, то, что ты испытываешь во время того, когда выходишь на сцену. Танец – это жизнь. Для нас это все. Здесь мы учимся любить, учимся взаимопониманию. Когда ты отдался полностью, ты отдал всю свою энергию, и когда зал, и тут уже аплодисменты, эта энергия возвращается к тебе, но она возвращается не от одного человека, а уже от тысяч. И вот это прям поглощает, прям мурашки по телу. Это искренний восторг, который говорит о том, что в своем жанре вы лучший коллектив России. Поэтому низкий вам поклон. Давайте, а теперь порадуемся чуть-чуть, давай, давай пошумим. Давай. Спасибо, друзья. Еще раз. Браво. Когда прочитали приказ Сталина, что объявлена война и общая мобилизация, воцарилась в детском доме такая тишина, так как мы были воспитатели, мы собрали сразу детей, каждый свою группу. Но группы оказались до 50 человек вместо 30, потому что все дети бежали проститься со своими любимыми воспитателями. Уже ты солдат. Нам так объявили. Мы получили первый ужин. По стакану горячего сладкого чая и по 150 грамм хлеба. Все мы были вот такие девки.
И сразу же нам командир объявил: вас готовят, чтобы вы были отличные радисты на земле и в воздухе. Я так старалась учиться в армии, вот что бы мне ни сказали, я как кусок хлеба проглатывала в себя все, что мне говорили. Если хочешь служить, то будь хорошим, а плохим там делать нечего. Ты сам себя подведешь, тебя убьют, и с тобой еще двоих-троих прихватят. Вот он, командир роты Топчий. В армии дисциплина основное. Сказали стоять, стой. Сказали пошевелиться, пошевелись. В это время мы были нелюди. Мы не думали о себе. О себе думал тогда, когда сильная-сильная бомбежка, обстрел. И только думаешь, палка как бы нагнется, чтоб она пролетела. Вот все. Чтоб она пролетела. На передовой я каким-то образом, я не знаю, даже сейчас плакать хочу, я мгновенно осталась одна. Вот было нас много, целый взвод. А когда начался сильный обстрел и бомбёжка, вот раз и некуда, ты один. И вот это самое страшное. А сколько проживёшь? Никто не знал. Может, час, может, сутки, может, года. Не знаю. Этот час очень тяжелый. Цените жизнь, цените свою родину. И сколько вы проживете, сколько у вас есть сил, зрения и здоровья, отдайте его родине. Птицы на улице летают и чирикают. На душе у людей светло, чисто и мирно. Дай Бог, чтоб такое время никогда не кончалось.